В Москве водители придумали, как не платить за дорогую парковку самим. Автолюбители находят машину такой же модели и цвета, как у себя, делают дубликаты номеров, а затем крепят их с помощью магнитов, но только на время стоянки. Таким образом, штрафы за неоплаченное место приходят ни в чем не виновным людям. Специалисты полагают, что таким методом могут пользоваться частные извозчики или экспедиторы на собственном автомобиле. Если нарушителя поймают за установку подложных номеров, его оштрафуют на 2500 рублей.